Добрый день, дорогие братья и сестры. Уже не первый год продолжается эта замечательная традиция освящения купели и обдания возле... Не простым физическим взглядом, а взглядом духовным, то мы увидим, что в этой земле и приближает нас к смерти. В этот праздник Сын Божий окунулся в реки воды, в воду реки Иордан и принял на себя все человеческие грехи. Благословен Бог наш всегда. Примите, примите все духа премудрости, духа разума, духа страха Божия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны, во веки веков, аминь. О глаз, благопиющего в пустыне, уготовайте путь Господень. Пришел еси, Господи, зрак раба прим. Крещение, прося неведы греха, видишь отя воды и убояшася, трепетен мы плетечи его запи глаголя, как просветит светильник света.